Дорога к неблагополучным семьям оказалась такой же – неблагополучной. По пути в поселок Зональный иномарка проверяющих застряла. Но до места назначения Ольга Баталина все-таки добралась. Сегодня вместе с представителями комиссии по делам несовершеннолетних она объезжала семьи, оказавшиеся в социально опасном положении. Когда вы поползли? Мы уже ходим. Все. Семья Екатерины Осиповой стоит на учете уже больше 2 лет. Ее первый муж избивал старшую дочь. В последнее время ситуация изменилась. Женщина второй раз вышла замуж. Появился сын. Теперь в их семье 3 детей. Единственная проблема – отсутствие собственного жилья. Нашла мужчину. Или он меня нашел. Сейчас живем прекрасно. Сложности какие-то есть? Есть. Квартиру хочу. Многодетной маме чиновники пообещали помочь встать в очередь на квартиру. У другой неблагополучной семьи проблемы с отоплением. Их тоже помогут решить. Заодно проверяющие смотрят условия, в которых воспитываются несовершеннолетние. По словам Ольги Баталиной, такие рейды держат родителей в тонусе. Когда семья остается один на один с своими проблемами, когда на нее никто не обращает внимания, когда родители ослабевают ответственность за отношения, по отношению к своим детям, поверьте, это очень в плохом смысле слова расслабляет людей. Как только мы берем там постоянный контроль, как только мы постоянно начинаем сопровождать, задавать вопросы, выезжать, контролировать, людям даже порой просто становится стыдно. Они меняются к лучшему, потому что они понимают, что они стали нужны. Ребенка из семьи изымают только в крайнем случае, если есть угроза его жизни или здоровью. Это, например, если родители не кормят детей или оставляют одних дома. Но таких случаев все-таки меньшинство. После регулярных проверок нерадивые родители исправляются и начинают лучше следить за детьми. Только за этот год с учета были сняты почти 300 бывших неблагополучных семей. Но даже после этого комиссия по делам несовершеннолетних наблюдает за такими родителями и судьбой их детей. Елена Гришина, Валерий Богословский. Новости. Телеобъектив.